Мы сегодня, маэстро, от души. Дай Бог здоровья, маэстро. Алые. Пришел вот к ребятам на базу. Так. Не снимаем меня. А? Не снимаем меня. Че, Аслан, расскажешь? Заживают болячки у него. О, все уже, болячки уже все проходит. Нормально. Благодаря Наташе, Юле, Володе, Саню. Да, ребятам спасибо огромное. Благодарю вам. Подписчикам нашим. Вот у меня зажил, Сань, видно, нет? Да. Вот у меня заживается. Вот. Канделябры. Все заживает. За 3 дня. Они мне купили хорошую мазь, хорошего лекарства. Вот человек меня обработал. Что там? Суп? Все нормально. Суп готовили? Че я, ну? Картошку не ну. А что, где черный? Где черный? А, был здесь, да? И губа за ним. Тры-тры-тры-тры-тры. А, губу, ну, губу надо увидеть. Нет? Губа за ним. По часам. Такой сучонок, бы, я вообще поражаюсь. Губа за ним. Я губу что-то я не пойму. Черный, да, наверное, слава, надо было науком, нахуй, либо что-то. Поставить его, горячий. Губа, знаешь, что сегодня вытворил? Что поехал, короче, в Лобню, без предупреждения, без звонка, без... Да, без ничего. Приехал туда, Серег звонит мне, Сань, нахера мне это надо? Че он приперся? Я говорю, я знать не знаю, что он приперся. А, здравствуйте, я... Да, да, да. То есть, когда его там месяц выхаживали, все такое, кормили, поили, одевали. А где он всю жену влюбился? Да, да, да. И гитара его там оставил. Там оставил? Да. Он без гитары. Да. На звездном месте, говорит, нахуй. Да. Вот там еще медведь спит. А что за медведь? Это Леха. Со своей коробкой. Я понял. Ну, ребята, такой... спасибо вам всем, тот, который нам помогаете. Дайте, вот, дайте вот неделю, я всем, которые подписчики, скажу, лично слово даю, я через неделю уже на улице не буду. Дай Бог. А с пятницы ты говорил, какой-то землячок там мне не приходил пока? Да. Ясно, Санёк. Ребята, лайк, подписывайтесь, лайк. Подписывайтесь, ребята, на канал, лайк, да. Вашего подписания вот это. А мы тут выживаем. Приходите к нам на чай, на картошку. Через пару дней у него будет все нормально. Я там обрабатываю. Через пару дней у него будет все нормально. 2-3 дня. Все равно останется какой-то, да? Чуть-чуть останется. Чуть-чуть. Это незначительно. Через пару-тройку дней все, на работу. А вот, кстати, Сань, можешь, ты пару дней назад зашел к нам? У меня какого рожа был? Ну да. Вот сейчас-то разница-то есть? Вот, результат-то есть? Есть результат, надо дальше. Результат будет, когда ты в баню сходишь. Бля, с такими видами мне с такими видами баня не пускает. Когда тебе все болячки отвалятся там в бане и все. Ты их по-новому намажешь, и все. Ты не видел его 3 дня назад. Ой, блин. Да. Тут пиздец у него, что было. Лицо, блядь, глаза не было видно. А сейчас, да. Вот такая была. Просто, нахуй, ну, заживают. А, машинку я смотрел, машинка сломана. Сломана машинка? Надо где-то искать. Юля или... Да, Наташа. Юля. Наташа. Вова, спасибо вам. Благодаря вам, благодаря Саньку, маэстро имею в виду. Вот у меня все зажил. Вот он. А, кстати, поближе сними. Вот все. Он. Рано зажил. Если, да. Если не будет удобно, Сань, можно я покажу еще одно место? А. Я без
Сними, я не стесняюсь, как она есть. Вот она. Зажил все. Чтобы вы не сомневались, я лечусь вот. Бульбаш мне лечит. Каждый день обработаю. Да, каждый день надо мазать. Каждый день таблетка пью. Вот она. Она сама падает. Вот она падает. Там все в огне. Нет, действительно, да, давай. Билетром, мама, билетром. Эй, куни укорит туда, бля. Баштарам, бля, уже чистится, бля. Где мехло там, щелкло такое. Не, я не ковыряю, просто она падает, просто, понимаешь? Правильно, она будет. Ребята, ну и процедура. Собрать Сашку надо, продукты. Вот, короче, я нашел тушенку. 6 банок взял. Теперь, значит, по крупам пройдемся. Здесь у нас крупы. Вот они. Так. Значит, здесь на 3000, там меньше 3000 осталось. Не знаю, что им купить. Вот эта тушенка 54 рубаса стоит. Макаронов. Вон, по 14 рожки. Не знаю, ему тащить будет тяжело, да? Там, допустим, 5 пачек, да? 5 пачек рожков. Или взять 3 вот таких дешевых, 2 подороже. Так, 30-60, ну, до 100 доберем. До 100, 100, 150, 400, короче, уже около 5 хатки, блин. Ему надо купить соль, сахар. А, вот эти запарики он просил. Запарики в дорогу. Картошку. Пюре картофельное. Блять, 40 рублей, ёб твою мать. Это охереть не встать. Возьму штуки 3 ему, да? Так, 600. Пачку сахара. Или 2. Одной хватит. Сколько он там, где он стоит-то? Рублей 50, наверное, да? Пока одну, потом вернусь, если что. Пачку соли. Так. 700 рублей. Он задолбается нести это все. Ну, что-нибудь дорогу повкуснее купить. Сигарет, воды. Все надо. Марь у него, конечно, будет, не знаю, пару пачек гороха. Так. Пачек гороха. Что еще? Горох, макароны. Гречку какую-нибудь, да? Посмотри. Гречка. Это что? Сечка. Гречка, сечка. Гречка. 70 рубасов. Я уже сбился. Сколько там? 800. Где-то 900, да? Чуть больше. 900 рублей. Как он это повезет? Потащит. Пачку риса взять. Вот около штуки. Можно добавить тушенки. Это очень такая тяжелая будет сумка.
будет тяжелое. Воды надо взять. Воды минеральной. 50 рублей. Ну, одну возьмем. Минералки. Еще 50. Каких-нибудь печеней, что ли. Этих набрать на сотку. На сотку сколько? 5-6 пачек. Так вот, не знаю, что набрать мне. На сотку. Так. 1150 примерно. Кусок мыла. Чем он там будет? Мыть руки. Кусок мыла. Где есть обычное мыло? Человеческое. По 39. 39. Какое тут по 39, блин? Помолив. Одно мыло. Он просил какие-то свечки. И здесь их, наверное, не найдешь. А может, и найдешь. Вот так вот. Глаза разбегаются. И не знаешь, что купить человеку. Вот, свечки есть в магазине? Лампочку он просил. Лампочку там купит. Пару соток, тройку. Ну, сколько останется, короче. Где-то на 1200 я набрал. Подобного, наверное, нету ничего. Свечки, новички, свечки, овечки. Так, ничего такого я не вижу. Да, тоже я подумал, но он был позапрошлым летом там. Как он там будет, не знаю. Что он там будет делать? Я буду продавать ягоды. Купить ему хоть будет это. Где она, красная цена? Красная цена. Эти руки вытирать будут в поезде. Так. 1200. Что ему надо? Дорогу, не одну же картошку он будет есть. Батон хлеба. Где-то же должны быть какие-нибудь свечки. Где ему свечки купить? Первый знак. Чай у меня дома есть, пакет чая. Не буду тратиться на чай. Всякая херня. Банку сгущенки. Нахер она нужна, да? Пусть будет. 1300 где-то примерно. И в дорогу ему. Колбасятина какой-нибудь. За штуку, да? Не знаю, ну две возьму. Две. Полторашка.
Сахар, соль, горох, гречка, макароны, рис. Не знаю, что там еще. Батон. Батон здесь. Так. Где же искать эти... что-нибудь похожее на горючее. Масло раздавит. Так, печенье купил. Чай не забудь положить. Не знаю, где это продается. Так, здесь где-то на полторашку. Во-первых, во-вторых, это очень тяжело ему будет. Лучше денег ему еще дать. Денег дашь... А, блок сигарет надо купить. Блок сигарет, это будет как раз полторы и 1150. 2600, около 2700 с сигаретами. Все, представляете? Ну, я думаю, здесь можно пожить. Может быть, еще пару тушенок взять. Пару тушенок, где я ее видел. Какой-нибудь другой, допустим. Другой. Или что-нибудь, какую-нибудь консервы, да, вот эту фасоль, шмасоль. По 29 взять 3 банки. Три банки и сигареты. Все. Я думаю, здесь... Ну, крупы тут вообще хер его знает сколько. Ну, короче, неделю можно прожить на это. У кого есть возможности и желания, можете на карту. Карту я в описании видео поставлю. Вот. Лично ему скинете. Вот свечки я не купил. Не знаю, времени у меня не хватает сейчас на работе целый день. Где их искать? Здесь я ничего подобного не вижу. Ничего подобного не вижу. Поэтому все. На кассу за сигаретами. Все, билет есть, сумка собрана. Вот, Сергей Крымский еще предлагал там мясо, колбасы, мясо, может. Но у меня не было возможности сегодня съездить, потому что работа. Работа. Ничего тут такого нету. Свечки он просил. Так, где моя тележка? Уже тележку потерял. Ёптель-моптель. Вот он. Все, ребят. За сигаретами. Сейчас на кассе. Запечатлим чек. Для особо любопытных. Чай ему еще положу из дома. Вот. И на этом пока все. Так, ну вот, ребят. Два пакета. Здесь, наверное, килограмм
я не знаю сколько, килограмм 18, наверное, в двух пакетах, это очень тяжело для него будет, во-первых. Ну и вот он чек, где тут сумма, 1700, короче, 1660. Вот. И сигареты. 2800 с копейками. Вот она вся трех. И больше трех билет. Чуть больше трех. Так что немного нам не будет хватать на поездку Сашку. Так, ну вот они, ребят, баулы, сигаретки. Сейчас я найду какую-нибудь сумку, все это попереложу. Где-то у меня был какой-то рюкзак, все это затараню. И... Привет. Вот. И, значит, сейчас покажу тут билеты. Вот они его лежат. Это не его билеты. Это что-то макулатуры надавали. Фиг его знает сколько. Так, это у нас что? Хрен поймешь. А, вот, 1035. Вот он, основной билет, да? Да, это вот он едет от станции Коноша до Кизима. Коноша, Кизима. Завтра еще раз ему объясню. С бельем 1192. Так, и этот до Кинешмы. Блин, запутаешься, так называются его эти станции. Коноша. И вот Ярославский Коноша 2 мая, воскресенье. Цена, где цена-то, а вот 1981, и там 1100 с чем-то, короче, 3 с лишним, 4 200 и 1600 продукты, 5 800. Ну это я так образно посчитал, короче, около 6. Все, никого не обманул. И, ребят, еще просьба, этих денег ему, ну как бы, билет билетами, значит, кто желает еще помочь, на карту перекидывайте, на мою. Потому что у Саши она не работает, эта карта. Он мне давно говорил, и мы ходили с ним в Сбербанк, она не рабочая карта. Вот. Ему надо рублей 300-400, там по возможности кто сколько сможет, вот, дать наличными с собой, чтобы он там где-то воды купил, где-то там ему еще от этой, от Кинешмы, от Коношмы, еще 25 километров ехать. Там, видимо, какие-то автобусы или что-то ходит. Все, будем очень признательны, кто поможет. В описании видео будет стоять информация. Все, значит, отправляем Сашочка.